Это наступило. Стоит комната огромная, в которой сидит 4 человека, манипулятивно. У них полностью вся территория заставлена телефонами. Реальными обычными телефонами. Каждый телефон — это просто в цифровой системе определенный IP и AML. Соответственно, он имеет, каждый телефон, своего виртуального собственника. С портретами, фотографиями, со всеми-всеми делами. И вот эта вот вся фигня сидит в Фейсбуке. А реально ею манипулируют 4 человека по задаче, которую им поставили. И они создают определенное видение на миллионы людей в этой ситуации. И таких историй огромное количество. Вопрос заключается в другом. Кто ставит эти задачи и какова этика этого человека, который ставит эти задачи?